Надо запомнить, куда, на какой диск устанавливается. Ага. Диск Ж. Диск Ж. Да это понятно-то все. 59. Я думаю, там разницы нет. 59-60. А, укажите местонахождение. Ага. Вот она. Вроде бы. Угу. Разгони монитор. Это, знаешь, это есть такая тема — разгон монитора. Герцы разгонять. Это не у меня коронная фраза, это у Сергея Симонова. А я фразочку повторяю. Ну просто он как бы разлетелась на весь интернет, как бы. Его вот эти крылатые фразочки. Да, это все понятно. Дальше-то что, тянем лямку, струячим. Вот, это его все фразы. Сука, блять, ну какие, сука, проблемные репаки. Сука, что один долбоёб, что второй долбоёб. Блять, какие же идиоты сидят в репаках, не могут ничего от слова совсем сделать. Одни просто засрали игру, сделали шрифт нечитабельный, половину просто не перевели и все. А эти еще больше офигели. Ну ладно. В смысле, она установилась или нет, блять? Что произошло? Ярлыка не вижу. Блять, сука, ну что за ублюдки, блять? Ну придется тогда старую устанавливать. Бля, эта пидерсия, короче, не установилась. Реально. Бля, может, я что-то не так сделал, может, еще один раз. Вообще нифига, даже папки с игрой не создалось. Ой, блядь, вот идиотизм. Ну ладно, я еще раз попробую. У меня такое было, что один раз не устанавливался, а тут второй установилось. Было. А, блядь, ёбаный прикол, я, наверное, сука, тупой инсталлятор, блядь, не подсказывает, блядь. Сука, даже вот когда папку нажимаешь, надо внутрь, наверное, зайти. Ой, какой идиотизм, а. Но все равно не установилось. Так и так. Так, а где здесь вообще поиск? Угу. Блять, я не знаю. Сука. Куда я его закидывал? Не существует? Очко у тебя существует, дура тупая? Блять. Это наитупейшее, сука, просто наитупейшее. Не устанавливается оно. Я нажал пропустить. Так я и в тот раз также нажимал. Ты понимаешь, что эти пидорасы даже не удосужились многие файлы туда засунуть? Ну да, смотри, ну это тупость. Это все идут файлы, то есть это не один файл, как бы скипается, скипаются файлы. Блять, ну и ублюдки, конечно, репаки делают. А
сколько вообще этих файлов? Как быстро нажать? Может, кликер какой-нибудь скачать, сука? Не, ну и старую придется, значит, устанавливать версию. Как сделать быстрое нажатие мышки? Ну ладно, сейчас попробую. Да, идиоты просто какие-то. Да, да, а я старый хотел скачать, в который я до этого играл. А его не раздает просто никто. Просто не раздают. Не, походу это на полчаса затянется. Угу. Ну, придется закрывать хули. Конечно же, она никуда не установилась. Она даже не захотела. Она даже папку не захотела создать. Какую нахуй игру устанавливать? Она даже папку просто не захотела создавать. С якобы там сюжетом. Сейчас пройдет. Ну ладно. Сука, не скипается. Геопроект — это проект развития, сосредоточенный вокруг телебашни. Может, она реально скинулась там, сбросилась. Особенно геосети и подземный уровень. Недолго радовался, да? Он вырос до статуса столицы, которая задает стандарт для будущих городов. Консольный гейминг, ну пусть нормальную программу сделают, нормальный эмулятор, который может быть нормально работает, не так ли? И совершенно новые ключи. Да, если бы можно было скипнуть, но нельзя, нельзя. Почему скипнуть-то нельзя? Однако жителям Геосити нечем. Так, PSP это другое поколение, блять, там графика лучше, она охуеннее идет. Блять, ты понимаешь, в чем прикол? Они живут сам. Ты вообще понимаешь, в чем прикол? Что это ебаное устаревшее поколение PS2, блять. PSP это уже 6-е или 7-е, блять. И там графика лучше, нахуй, чем здесь. Просто долбоебы не могут нормальный эмулятор сделать. Посмотрим, посмотрим. Декабрь 2010-го, блять. Давно было. Стой. Да скипнись ты, идиот, разработчик, блять. Из 2007 года. О, найс, она вылетела, блять. Человека, который сделал невозможное возможным и непрактичное практичным. Чел, давай игра начнется, блять, уже нахуй, а? Тогда поговорим, играбельно или неиграбельно. Город был создан при помощи некоторых замечательных людей.
это сделали возможным лучшие инженеры и руководители проекта. Ну и чё ему не нравится? Блять, настройки же поскидывались или нет? Не пойму. Да вроде нет. Причем фэпос-то больше 30 вообще-то. Игра еще не началась. Бля, в некоторых играх бывает лагают. Знаешь ее, говорят, что ее семья богата. Какая скорость? Тут приемлемая скорость стоит. Как я ее поменяю? Куда у меня процессор? Процессор мой поменяется сразу, да? Я и не думал. 22 года официант. Блять. Проверялось, все четко проверялось, все было нормально. Что пошло не так, хуй его знает. Блин. Конфликт с экраном происходит, видимо, с драйвером видеокарты. Она выводит картинку, видимо, на вывод, а OBS, наоборот, ее захватывает. И что-то там, блядь, не поделили, видимо, и поэтому такая хуйня-то и получается. Вот, собственно говоря, что делать дальше, я абсолютно не знаю. Ну ладно, попробую тогда Silent Hill сначала начать, потому что у меня застряло там через 20 минут игры, блядь. Застрял там. С Silent Hill'ом вообще никаких проблем, графика идеальная, все идеальное. Вот почему с гребаным PlayStation 2 одни ебаные проблемы? Почему с PSP так нет? Ладно, сейчас Фаренгейт настрою. И я сравню и скажу, насколько поднялась графика. Ну что за хуйня? В каком разрешении она запустилась? У меня, блядь, второй моник нахуй. Окна все повылетали. Так, и русская озвучка, я так... В смысле, что с джойстик не работает? Блядь, на джойстике в эту хуйню надо играть. Out of source, да. Короче, оно не работает, нахуй. Так, да блять, я запускаю окно.
Оно в Full HD запускается, у меня не поддерживается. Full HD. Опа. В окошке заработало. Не, если это без джойстика будет работать, я это удаляю, реально. В смысле, я ок нажимаю, алло, дебилы. Вам что, Enter надо нажать? А, разрешение, ёптать. Курсор не туда смотрит. Конечно, сейчас не лучшее, как бы, решение. Сука, чтобы его настраивать, ну да ладно. Первое это справа, да? Или как? Да ну не работает нахуй. Так оно не настраивается, что ли? У меня вводится с клавиатуры эта хуйня. Сучья, вымя. Блядь, дебилы, как треснул бы, блядь, тупому разработчику нахуй. Тварь ёбаная, блядь. Сука. Засуньте свой Full HD в жопу, блядь. Дебил ёбаный в дырявую. Ну, поздравляю. Плюс нервы. Кукуха, блядь! Не фурычит? Дебил-разработчик. Что мне с ним делать, нахуй, с этим ковеликом ёбаным? Искать конфиг, блядь? Сука! Какому дебилу, блядь, ебучему в голову пришло делать на всех играх, нахуй, разрешение такое, чтобы они сразу, нахуй, запускались? У меня не поддерживает монитором, гаснет, нахуй. Дебилушки. Ну и что, что я тут сделаю? Тут даже меню не видно. Так, ладно, я сейчас не буду, наверное, от контроллера настраивать. Потом настрою, если он потом настроится, конечно. Если не настроится, то разраб просто пошел нахуй. Дебил, этот ремастер, сука, у меня запускается, блядь, через жопу. Да, 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 вот это 1080. Охуенное разрешение, блядь. Да. Ну, дурак, дураком, ты чё, разрешение не поддерживаешь другие, кроме какого-то обоссанного и супер большого. Бля, они издеваются, наверное, дебилы ёбаные. Кто так делает? Я в обратную сторону кручу эту стрелку вниз вместо верха. Вот, все. Такое надо. Так, с этим разобрался. Звук, музыка меньше. Включить нахуй. Тут русский язык должен быть. Я же играл на русском языке. Если эта дрянь ремастернутая будет, бля, без русского языка, я не знаю. Тогда нахуй этот ремастер, блядь, не всрался, нахуй. Это ж хуйня ёбаная. Ну, может, он сам настроится, блядь, по стандартным кнопкам? Нет?
Настройки. Там же все настроено, я надеюсь. По стандарту, может быть. Так себе. Еще та шляпа. Ну... Так, все, теперь нормально. Новая игра. Ну, начальная заставка, да, получше стала вроде бы. Ну, можно с обучения начать, как раз таки попробовать управление. Привет, меня зовут Дэвид Кейдж. Я сценарист и режиссер «Пророчества Индиго». Да, лучше думаю, стало. Перед началом вам было бы неплохо кое-что узнать. Там вообще графика уебищная была в начале. Вы будете управлять им в процессе обучения. Давайте начнем с простых вещей. Подойдите к отметке на полу. Бля, они издеваются нахуй. Не работает ебаный левый рычажок. Додики. Управление стандартное. Неужели, блядь, стандартное управление нельзя сделать? Все серьезно, она реально не работает, нахуй. Может, я что-то не так делаю? А, она зависает в настройках управления. Прям там, нахуй, виснет. Ну да, диспетчер задач показывает, что все в порядке с этой игрой. Опять в говноразрешении запускается, а то, что я, блядь, настраивал, нахуй. То, что я, блядь, настраивал, сука. Говно это ублюдское. Бля, этот, то, кто ремастер делал, пусть говна навернет, нахуй. Дебил ебаный, блядь, никчемная хуйня ебаная, блядь. Ёбище тупое. Или оно разрешение после профиля подбирает. А нахуя тогда мне это смотреть, если у меня черный экран один хер будет? О, видишь ты, а вот эта менюшка, которая в 1080 запускается и мною не поддерживается, это нормально для него? Дебил, блять. Причем игра идет, а это меню нахуй не работает, сука, паскудное, ебаное, блять, говно. Перестала нажиматься. Не, я с клавиатуры не буду играть, я не для этого игру скачивал. Короче, дебил, который репак делал, реально, сука, какая-то хуйня конченая. Ни одна кнопка не работает. И где ж там переключаться на обычную игру, чтобы не скачивать по 100 раз?
А, понятно, они дальше за границу уходят. Ну, блядь, сбрасываться-то она сбрасывается, ну, конечно. Чел, у меня все игры определяют контроллер, как Xbox 360, причем винда тоже определяет спокойно контроллер этот Xbox 360. А при чем тут контроллер, если я даже клавиатуру не могу туда назначить? У меня все всегда идет идеально и определяется как 360 контроллер. Никогда проблем не было, кроме этой обоссанной игры, блять, никогда нахуй проблем не было. Ну, я смысла не вижу. Лучше я в оригинал поиграю, пусть с хуёвой графикой. Ну, графику подтянули, и она значительно отличается от оригинала, потому что в оригинале она была просто мега ублюдская на любых настройках. Так что, конечно, это будет минус. В конфиге-то что написано там? Эх, блять, засрали игру. Ну вот, видишь как. Но у меня проблем никогда с джойстиком не было. Чтобы он как-то не определялся. Его все определяли. Причем эта игра, она его не то что определяет, у нее меню зависает самим джойстиком. То есть, если раньше кнопки куда-то двигались, что-то делали, то сейчас ничего не делают. Ну, не знаю, может в интернете какие-то решения проблемы есть. А у этого все работает, кроме стика. Влево и вправо. Кривая, вот, пишет что-то, кривая какая-то поддержка у переиздания. В старой версии все было ок, а тут нихуя. Ни одного у меня такая проблема. А вот у этого все работает, кроме правого стика. Вот, геймпад новый, в других играх, ну ура, вот в этой говне нету ничего. А этот вообще пользуется эмулятором, этот уже пользуется, уже, блядь, пользуется эмулятором уже. Этот вообще уже эмулятором пользуется. Сказал же, блядь, ну чё за тупые люди на ответах сидят? Сказал же, блядь, во всех играх нормально, нахуй. Пишет, может, что-то не то с геймпадом? Нажми кнопку аналог мод. Я, кстати, нажимал. Да, нихуя не помогло. Не, аналог тоже не помогает.
Один ответ охуительнее другого, но все ответы тупые. Перевоткни, блять, подводкни там. Ну какой-то не полностью определяется, какой-то совсем не определяется. И да выйти из этого нельзя, там и вообще перестает все работать так-то, если что. Там и мышка работать перестает, и клавиатура. Сама игра причем дальше идет. Ну, там человек написал, что разницы не видит между ремастером и этой официальной игрой. Мало того, что на 17 гигов весит или сколько нахуй. Просто место занимает, блять, десятку. Да, у меня и так места мало. Так-то по-хорошему надо оригинал качать. А вот действительно, там уж точно проблем не будет. Надеюсь. Бля, ну не могут нормально сделать. Ну что за хуйня, блядь? Ну не могут нормально сделать. Ну все, блядь, игры нормально делают, но вот эти нахуй не делают. Блядь, исключительные просто, исключительные. Да и текстуры точно на 10 гигов не тянут. Вообще ни разу. О, 22 гига свободно. 22 гига. Теперь можно разгуляться. А ремастер пусть засунут себе подальше в очко, не рабочие. Тут ремастер, блядь. Куда ни тыркай, везде ремастер. Охуенно. А почему эта игра 11 гигов весит? Ты можешь мне объяснить, что там нахуй весит в 10 раз больше, чем оригинал? Так, ну-ка. Не ремастер? Нет, 2005. Все нормально. Язык озвучки русский. Ну вот, то, что надо. Ну, старый, добрый, пердежный Фаренгейт.